Всем привет, с вами Андрей, пивный делмастер. Если вы видите на своем экране вот эту вот экшн-камеру SJCAM 5000+, это значит, что картинка на моем канале улучшится в несколько раз, потому что я неоднократно видел и читал ваши комментарии о том, что картинка, видеокартинка на моем канале очень некачественная, очень плохая. Я это сам видел, я это сам знаю, поэтому было принято волевое политическое решение, и я заимел экшн-камеру SJCAM 5000+. Это оригинал, это не китайская подделка серебристого цвета с характеристиками. Характеристики такие, что здесь стоит чип Umbrella из GoPro 3, сенсор Panasonic, то есть как мне видится и как мне кажется, была сделана эта камера. То есть на заводе SJCAM купили камеру GoPro, разобрали, вытащили из нее процессор, сенсор и вставили свой корпус и продали в 3 раза дешевле. Вот так появилась, как мне видится, камера SJCAM. Что же у нас внутри? Внутри распаковываем, снимаю с одной руки, штатива нету. Вот так вот она выглядит. Здесь все необходимые штрих-кода. Где тут нужно стирать? Вот нужно стирать, подтверждать. Все есть. Смотрим. Ага. Сама наша камера в аквабоксе серебристого цвета. Что у нас дальше? У нас здесь шнур USB, мини-USB зарядка. Ремни, ремешочки, 2 скотча 3M, колпачок на объектив, во втором боксе у нас. Во втором боксе у нас миллион, ну ладно, не миллион, 17 или 12 штук разного рода креплений. Я сейчас все достану, чтобы вам показать. Так, все, коробочка у нас пустая, Смотрим дальше. Вот такое крепление. Я пока что еще не знаю, о, 2 наклеечки. Пока что еще не знаю, куда все эти крепления можно применить, но я так знаю, инструкция. Я так знаю, что там можно на шлем, на велосипед, на руку, на грудь, ну куда угодно, короче, можно цеплять. Так, вот это все, вот оно. И тряпочка такая, нежнейшая тряпочка, чтобы протирать объективчик. Так вот, друзья, с этого момента мы начнем снимать более качественно, более красиво, более удобнее для вас. Почему я выбрал именно SJCAM? Потому что есть еще очень хороший вариант Xiaomi, которая стоит еще процентов на 40 дешевле. Но прикол в том, что у нее нет ни одного аксессуара, ни аквабокса, ни одного крепежа. И плюс у нее нет вот такого замечательного экранчика. Мне экранчик нужен, потому что, не знаю, получится не получится, но летом планируется пивной тур на Байкал. И эта экшн-камера мне нужна еще как видеорегистратор, ну и так далее. Так, почему я ее выбрал? Как я уже повторюсь, нужна была дешевая камера с качественной картинкой и куча аксессуаров. Xiaomi хорошая камера, хорошая цена, но ничего нет в комплекте. GoPro такая же картинка хорошая, такой же звук, но стоит она 30 или 40 тысяч, это вообще непомерные деньги для меня. По крайней мере на видеорегистратор или на экшн-камеру. Так, что у нас... по всем этим крепежам. Ну, это я потом разберусь. Инструкция есть на русском, на английском, на китайском. Наклеечки SJCAM. Вот они, наши еще все карабасы. Как я повторюсь, здесь, на мой взгляд, оптимальное соотношение цены-качества по железу. Процессор Umbrella от GoPro, сенсор от Panasonic. Плюс я видел, как эта камера работает на таких каналах, как дважды отец Дмитрий. Он такую камеру покупал, рассказывал. Мне нравится картинка, которую он выкладывает, поэтому было принято волевое политическое решение, и она появилась у меня. В общем, теперь будем снимать, показывать на вот эту камеру с более лучшей картинкой. Здесь именно у этой версии 5000, не 4000, а 5000, еще очень хороший микрофон, потому что в 4000 микрофон был гораздо хуже. Так что смотрим, ждем дальнейшие видосы, дегустации, варки и так далее.
Так, друзья, вот я вставил батареечку, подзарядил камеру и хочу показать, на какое говно я снимал. Снимал я вот эту мыльницу, которая крайне ужасная. Вроде показывают HD-качество, но это HD-качество у некоторых людей 480p было круче, чем HD-качество вот с этой камеры. Вот на такое я говно снимал, поэтому была такая картинка. Думаю, сейчас все должно исправиться. В любом случае, даже для такой экшн-камеры нужно будет поработать над светом. Потому что без света мы все равно нужного уровня картинку не получим. Ну все, до связи. Всем удачи и пока.